В течение 5 дней Киреевск должны очистить от свалок. Больше недели контейнеры там завалены мусором. Причина такой масштабной проблемы. 11 июля суд приостановил деятельность организации «Городское хозяйство» на 90 дней. А на полигон именно этой компании из города вывозили бытовые отходы. В результате жалобы от жителей на беспорядок стали поступать десятками в различные инстанции. По одному из таких обращений в Киреевской выехала наша съемочная группа. Улица Чехова – самый густонаселенный район города. Придомовая территория усыпана мусором последний раз. Отсюда вывозили отходы 12 дней назад, а должны минимум раз в 3 дня. Уже на въезде в город виднеются переполненные контейнерные площадки. В городе порядка 27 тысяч человек. В плену у мусора так жители Киреевска отзываются о своем положении. Единственный полигон ТБО закрыли по решению суда. И решить вопрос с вывозом отходов на другие территории сразу не удалось. Безобразие это полнейшее. Каждый раз то один контейнер поставят, нагрузит бог знает сколько. Из Киреевска все едут сюда. Вот видите коробки? Это магазин какой-то скинул. Это беспорядок полнейший. И дворники не убираются вообще. Всего в городе 39 контейнерных площадок. В принципе, все они были благоустроенными. Но теперь подходить к ним близко местные жители не советуют. Запах слишком резкий. Но выкидывать мусор приходится. Люди понимают, что поступают неправильно, но выхода нет. Оставляют мешки с мусором рядом с заполненными контейнерами. Вот идешь и стесняешься не снимать. Одним из первых тревогу забил Павел Киреев. Он обратился в управляющую компанию, где ему отказались разъяснять причины мусорного застоя. Тогда он написал обращение губернатору Тульской области. Обращался я к губернатору, соответственно, потом меня там перенаправляли на нашу администрацию. Там я разговаривал с Людмилой Анатольевной. Она сказала, что проблема у нас такая, ее, конечно, это все беспокоит. Ну, как видно, она сказала, вчера все уберут вокруг контейнеров, а потом уже сегодня и сами. Ну, так как у нас, ну, как видите, все есть у нас. Сотрудники мусоровозящей компании смогли приступить к очистке Киреевска только сейчас. Они отмечают, что такая ситуация в городе сложилась впервые. И очевидно, что на очистку всех улиц понадобится не один день. Нас машина возит по территории, где нам список дали возить. Какие улицы убирать, какие контейнеры. Глава администрации Киреевского района отметил, что как только работу коммунальной компании «Городское хозяйство» приостановили, в администрации приступили к поиску альтернативного места для сбора и вывоза бытовых отходов. Произошло это только потому, что не успели дооформить ряд документов. И в настоящий момент силами администрации, силами управляющей компании дозаключены договора с компаниями, которые имеют право и лицензированы на сбор и вывоз ТБО, на организованные полигоны. Сейчас работаем очень усиленно по частному сектору. Администрация силами местных коммунальщиков занялась уборкой мусора в частном секторе, а управляющие компании теми контейнерными площадками, которые используют жители многоквартирных домов. В ближайшие 5 дней районные власти обещают полностью освободить Киреевск от мусора. Илья Логинов, Андрей Ремезов.